Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Вы любите получать подарки? Я думаю, мало кто скажет нет. Все-таки большая часть людей любит получать подарки. И вот в преддверии одного из самых любимых многими праздников, в преддверии Нового года, мы с Леной с канала «Вязалки-провинциалки» решили запустить новогодний проект, который назвали «Ты мне, я тебе, подарок под елочку». Подобные проекты, обмены подарками, они сами по себе не являются чем-то новым, потому что и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и в Ютьюбе, я думаю, что и в Дзене такие существуют проекты, я не назову это конкурс, это действительно проекты, где идет обмен подарками. И вот я лично, когда у меня дочка родилась, участвовала в проекте обмена детскими книгами. Я уже сейчас не помню, как он назывался, но вот были детские книги. Но также для нас с вами не является новостью, что порой данные проекты преподносят нежелательные сюрпризы. И вот чтобы подобного не было, мы с Леной продумали ряд условий, которые нужно, конечно же, соблюдать при участии в данном совместном проекте. Все-таки вы делаете сюрприз, и вы ждете, и хочется преподнести радость и получить радость в ответ. Так вот, сейчас я вам озвучу правила, условия в данном новогоднем проекте. Первое. Да, но вы поняли из названия, что нужно собрать подарок. Сумма подарка должна быть от 2500 рублей. Сюда не входят почтовые расходы. Итак, и ваш подарок должен состоять из трех частей. Первое. В вашем подарке должно быть что-то на вязальную тему. Или пряжа, или это может быть литература на вязальную тему, инструменты, которые нам нужны для работы. Это первая часть. Вторая часть – что-то сладкое. Все-таки Новый год – это праздник, который ассоциируется со сладкими гостинцами. Третья часть – здесь либо что-то, что является символом вашего населенного пункта, либо что-то другое. Немножко поясню. Например, я живу в городе Иваново. Иваново считается текстильной столицей России. Значит, третьей частью моего подарка может что-то быть из текстиля. Либо очень часто мы девочки, и не только, наверное, девочки, но чаще всего я вижу, что девочки обмениваются. Когда обмениваемся подарками, можем положить, допустим, крем для рук или чай, мыло. Ну вот это как раз что-то другое. Вот это то, из чего должен состоять ваш подарок. Следующее. Что нужно сделать участнику проекта? Первое. Под этим видео вы должны написать «Участвую» и название своей страны. Если вдруг будут желающие из других стран принять участие в нашем проекте, то мы будем только вам рады. И, конечно же, примем в нашу большую компанию. Не пугайтесь. У нас не будет такого, что все тут в одной, как говорится, каше. Нет. Девочки по России, участники по России отправляют подарки только по России. А участники из других стран отправляют посылку туда, куда они могут ее отправить. Что это значит? А это значит, что в описании под видео вы увидите адрес электронной почты. На этот адрес электронной почты до 20 ноября включительно вы должны написать сообщение. Первое. Свою фамилию, имя, отчество полностью. Второе. Полный свой адрес с индексом. Третье. Для того, чтобы было удобно дарителю, нужно написать, какую цветовую палитру вы предпочитаете. Ну или что вы, какие цвета вы не любите. Если вдруг у вас большое, вы много цветов принимаете, но какие-то есть определенные цвета, которые вы не любите, они вам не идут. Вот, например, я не люблю темные цвета, они мне просто не идут.
я так и напишу, да, то есть светлые, например, тона, и не люблю темные тона. Второе. Что вы предпочитаете вязать? Плечевые изделия или аксессуары? Опять же, например, я решила подарить пряжу. Но я хотела бы подарить не только пряжу, допустим, для вязания плечевого изделия, но положить еще, допустим, пряжу для вязания носочков. И если, конечно же, вы вяжете аксессуары, то можно это сделать. И третье, это уже не третье, да, первое, второе, третье, пятое, да, уже получается. Чем вы предпочитаете вязать? Спицами или крючком? Или тем и другим? Потому что есть те, кто вяжет только спицами, есть те, кто вяжет только крючком, а есть те, кто вяжет обоими инструментами. Итак, если вы участник не из России, то тогда мы просим вас, организаторы, написать, куда вы можете отправить посылку. Например, я из Белоруссии, могу отправить посылку по Белоруссии. И если найдется участник, желающий принять участие из вашей страны, то также рандомным выбором, а если не один, так вообще еще лучше, тогда рандомным выбором также между вами будут вот эти номерки разыгрываться. Будете видеть. Например, я из Германии могу отправить посылку по странам Европы. Там, например, по странам Европы, кроме, да, также в скобках указать. И если, да, будут участники также из Европы, между вами также мы эти номерки рандомно разыграем. То есть вот таким образом, чтобы вы не пугались. Очень часто пугаются люди из России, да, когда вот всех принимают, не получилось бы так. Нет, так не получится. По России, только по России отправляют, из других стран отправляют туда, куда вы напишете. Если вдруг участников не будет, например, один человек только заявит свое участие, то в этом случае вы получите сообщение на адрес своей электронной почты, что, к сожалению, участников из вашей страны больше не нашлось, и в данном проекте мы не можем вас принять ваше участие. Вот таким образом. После того, как мы соберем с Леной все ваши заявки, мы вас посчитаем и разделим поровну. Опять же, потому что организаторская работа – это сложно. И поэтому, чтобы мы работали в равных условиях, мы приняли такое решение. Каждый из вас будет получать в ответ на свой комментарий номерок. Пока мы с Леной думаем. Вот после этого видео мы посмотрим вашу реакцию и уже потом с ней решим, как мы будем номерки делить. Допустим, с 1 по 50 это будут номерки под видео Лены, а с 50 по 100 это мои будут номерки. Но мы распределимся. Потому что мы запускаем это видео и в YouTube, и в Дзене, и нам нужно все равно выполнить это деление. А может быть, мы сделаем с первую сотню. Это будет Лена, и она уже там распределит. Например, с 1 по 30 это Россия, с 30 там, по 50 это другие страны. А уже с 50 это пойдут номерки в Дзене. То есть вы не пугайтесь, какой номерок вы получите. Это не играет никакой абсолютно роли. Но впоследствии. То есть все равно они все рандомно будут участвовать. 23 ноября выйдет видео с рандомным выбором участников. То есть у нас не будет никакой тайны, откуда вам ждать подарок. Вы же должны все-таки предполагать, откуда вам придет посылочка, откуда ее ждать. Что, как это будет выглядеть? Через специальную программу, где рандомно числа можно выбирать. Вылетело два числа, например, 13 и 47. Мы же уже знаем ваши имена. И тогда мы скажем, Ольга и Наталья отправляют подарки друг другу. Ольга ждет подарок из Екатеринбурга, а Наталья, например, из Москвы. Все, больше ничего мы озвучивать не будем. То есть вы знаете, откуда вам ждать подарок,
а вот уже само содержимое подарка для вас, конечно же, будет сюрпризом. После вот этого видео вам придет на почту сообщение со всей информацией об участнике. То есть там будет адрес, фамилия, имя, отчество и вся остальная информация для того, чтобы вам удобно было собрать подарок. И вы спокойно будете подарочек собирать. И подарок нужно будет отправить с 1 до 15 декабря. Не позднее. До 15 декабря. Организатору, от которого вы получили письмо с информацией об участнике, вы должны написать письмо, что подарок вы отправили, трек, номер этой посылочки и фотографию приложить, чтобы мы, организаторы, уже были спокойны, что подарок собран и он отправлен. Все. А в дальнейшем уже каждый из вас будет ждать этот сюрприз-подарочек под елочку. Я озвучила вам все условия. Также все основные моменты я пропишу в описании к видео для удобства, чтобы вы могли еще раз прочитать, осмыслить и для себя решить, хотите вы поучаствовать в данном проекте, либо пройти мимо. Но вы знаете, вообще очень интересно собирать подарок для человека, незнакомого вам, и также получить от незнакомого вам человека подарок, сюрприз к Новому году. Мы ждем всех желающих, ждем ваших комментариев. Ну что ж, я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.